Анне. Мама, смотри. Рина, нехорошо указывать пальцем на человека. Но он ведь такой большой. Это уж точно. Нехорошо тыкать пальцем в человека. Нехо. Кажется, так звали древнеегипетского фараона, жившего 600 лет до прошлой эры. Финикийские мореходы по его приказу совершили путешествие вокруг Африки. Так-то, Албрек. С чем вас и поздравляю. Счастливого пути! Всегда к вашим услугам! Счастливого пути! Всегда к вашим услугам! Вашим услугам. Всем им на тебя наплевать. Позаботься-ка сам о себе, парень. Накуплю книжек и всякой спортивной всячины. Первым делом книги. Еще нужно подписаться на специальные журналы. Социология, физика. Они, наверное, сделали кучу дел за эти 100 лет. Ах да, нужно еще купить какой-нибудь костюм. А в 10 доктор Жуффон объяснит вам, Элбрек, что с вами сталось. С тех пор, как вы последний раз были на земле. Счастливого пути! Всегда к вашим услугам. Черт возьми! Настоящие автомобили. Ну, может быть, не совсем такие, какие я помню. И все же самые настоящие, с надувными шинами. Человек не робот. Жаль. Я слушаю вас. Могу я приобрести автомобиль? Ну, разумеется. Какой именно вам угодно? Сколько они стоят? От 400 до 800 итов. А на нем можно ездить? Разумеется. Есть, конечно, ограничения, но, в общем, вполне возможно. А как с горючим? На это вам не составит никаких проблем. Одного заряда для вашей машины хватит на всю жизнь автомобиля. Хорошо. Мне бы хотелось что-нибудь мощное, прочное. Не очень большое, но быстрое. Ну, тогда я предложил бы вам вот этот вот джиомобиль, либо вон ту модель. Угу. Конечно, с гладерами они сравниться не могут. Но автомобиль ведь сегодня не средство сообщения. Отлично. Сколько стоит вот эта машина? 480 итов. Но она нужна мне в Клавестре, я снял там виллу. Никаких проблем. Мы можем отправить ее Ульдером. Это будет бесплатно. Отлично. Я тоже еду туда Ульдером. Вам достаточно сообщить нам дату вашего отъезда, и мы отправим машину к вашему Ульдеру. Прошу. Благодарю вас. Вам пойдут свободные вещи. По-моему, он от меня не в восторге. Впрочем, я от него тоже. Делать одежду из выдувного пластика – особое искусство. Чувство материала, формы. Я уже не говорю о стиле, о том особом чутье, в понимании современной моды.
Но самое главное, проникнуть в сокровенный мир человека. Найти и вскрыть. Подчеркнуть с помощью одежды неповторимые черты характера. Свойства натуры. Поверьте, что это по плечу только настоящему художнику. О, небо! Еще немного, и меня начнет мутить. Несомненно. Всех нас учат в школе пластования основам ремесла. Но далеко не всякий может ощутить это истинное вдохновение, создавая неповторимое, законченное в своей гармоничности произведение. Нет! Не одежда. Облик человека. Должно быть, это требует огромной затраты духовных сил. О, вы попали в самую точку. Но кто это понимает? Когда манипулируешь несколькими сифонами. Вот. Нет. Вот. Создавая одежду для улицы, вечерний туалет или строгий деловой костюм, всем кажется, что нет ничего проще. Так вот, как они одеваются. И мужчины это еще полбеды, но женщины. Сейчас они сами не понимают, чего хотят. Они не способны прислушаться к голосу разума, довериться чутью художника. Знаете, я, пожалуй, возьму пару брюк не слишком узких из тех, что висят в углу. Пришлите их мне в отель. Это всего-навсего модель рабочей одежды. Безликий стандарт. Впрочем, как вам будет угодно. По-моему, я и так злоупотребляю вашим вниманием. Когда я работаю, времени не существует! Ничего, доктор. Только... Пройдите, пожалуйста. Сколько вам лет? Биологических 40, но по земным часам 157. У вас организм 30-летнего мужчины. Вас гибернизировали? Да. Долго? Год. Зачем? Мы возвращались на ускорение, пришлось лечь в воду. Амортизация, понимаете. Ну, а в воде трудно пролежать целый год, бодрствуя. Понятно. Я думал, что вас гибернизировали дольше. Одевайтесь. Этот год можете смело вычесть. Не 40, всего-навсего 39. А рост? Ну, чепуха. Сколько у вас было? Ускорение, да? Да нет, вы думаете, что вы растете? Нет, вы не растете. Это межпозвоночные диски. Знаете, что это такое, да? Да, это такие хрящи в позвоночнике. Ну, вот они разжимаются. Сколько вы избавились... От пресса. Какой у вас рост? Ну, когда мы стартовали, 197. А потом? Не знаю, не измерял, не до этого было, понимаете? Сейчас у вас 2 метра 2. Хорошенькое дело. И долго так протянется? Да нет, нет, вероятно, уже все. А как вы себя чувствуете? Хорошо. Все кажется легким. Теперь уже меньше. В адапте на Луне мне давали какие-то пилюли для уменьшения напряжения мышц. Вас декабилитировали? Да. Первые 3 дня. Говорили, что это недостаточно после стольких лет. Но, с другой стороны, не хотели держать нас в заперти. Ну и как себя чувствуете? Знаете,
Временами я кажусь себе неандертальцем, которого привезли в город. Вы знаете, Брэк, я вас помню. Это невозможно. Ну, не могли же вы... Нет, мне рассказывал о вас мой отец. Мне было тогда 19 лет. Ага. Так это было, очевидно, много лет спустя после нашего старта. И нас еще помнили? Странно. Странно то, что вас забыли. Ведь вы же знали, как будет выглядеть возвращение. Хотя, конечно, не могли себе этого представить. Знал. А кто вас послал? Я ведь не практикую уже 40 лет. Я занимаюсь историей космической медицины, потому что все это уже история. Инфор в отеле. Простите, я не знал. Да ну, чепуха. Это я вас должен благодарить, потому что вы живой аргумент против аргументов, что увеличенная тяжесть вредно влияет на организм. У вас даже левое предсердие не изменилось. Никакого следа эмфиземы великолепно сердце. Вы это знаете? Знаю. Как врачу мне совершенно нечего делать. Брэк, скажите, а как вы себя чувствуете вот в нашей теперешней жизни? Туманно. Вы седой. Разве это имеет какое-нибудь значение? Да, имеет. Седина означает старость. Никто сейчас не сидеет раньше 80. Да и в этом возрасте седина все-таки явление редкое. Почему? Ну, есть препараты, задерживающие процесс сидения. Ну, хорошо. Зачем вы мне все это говорите? Женщина, блин. Вы что, хотите сказать, что я выгляжу как старик? Нет, как атлет. Но случайный прохожий принял бы вас за омолодившегося старика. Ну что ж. Вот если бы вы собирались посвятить свою жизнь самоотверженной работе, вашему что же было бы уместно? Общество, в которое вы вернулись, не пылает энтузиазмом к тому, за что вы отдали больше, чем жизнь. Не нужно таких слов, доктор. Я говорю так, потому что я так думаю. Дать жизнь. Что судьба? Люди это делали испокон века. Но отдать родных, друзей, близких, женщин. А вы ведь этим всем пожертвовали. Доктор. И кроме горсточки специалистов, это никому не нужно. Знаете, Брэк? Да. Мне сказали об этом на Луне. Но только они выразились мягче. Общество, в которое вы вернулись, стабилизировалось. Оно живет спокойно. Романтика раннего периода кончилась. Это напоминает историю Колумба. В свое время было это что-то необычное, но кто помнил капитанов-парусников через 200 лет. О вашем возвращении помещено две строчки в реале. Доктор, но ведь это не имеет никакого значения. Брэк, имеет, и вы это отлично знаете. Если бы на вашем месте кто-нибудь был другой, я бы промолчал. Но вы имеете право знать правду. Вы одиноки, Брэк. Ваши интересы, то, с чем вы вернулись, это островок в море равнодушия. Сомневаюсь, многие ли захотят слушать то, о чем вы можете рассказать. Вот я бы согласился, но мне 89 лет. А мне нечего рассказать, доктор. По крайней мере, ничего сенсационного.
Мы не открыли никакой галактической цивилизации. Кроме того, я был всего лишь пилот. Я вел корабль. Кто-то должен был это делать. Вот как. Так. И тысячу раз так, доктор. А то равнодушие, уж если вы хотите знать, задевает меня только из-за тех, кто не вернулся. А кто не вернулся? Многие. Ардер, Вентурия, Нисон, вам зачем? Я спрашиваю, это не из праздного любопытства, поймите. Это все ведь, ну... Я тоже не люблю высоких слов. Но это моя молодость. Я посвятил себя этой специальности из-за вас. Мы сейчас равны с вами своей бесполезностью. Вы будете мне возражать, я не хочу с вами спорить, но я хочу знать, ну что же все-таки произошло? Что случилось с Артером? Точно неизвестно. Почему бы в конце концов не рассказать? Никогда не думал, что это будет так. Мы вели два зонда над Арктуром. Я потерял с ним связь. Не мог его отыскать. Это его радио замолчало, не мое. Когда у меня кончился кислород, я вернулся. Вы ждали? Да. В общей сложности я кружил вокруг Арктура 6 дней. Если быть точным, 156 часов. Один? Да. Мне не повезло. На Арктуре появились новые пятна. Я полностью потерял связь с Прометеем, со своим кораблем. Магнитные бури. Ардер не мог вернуться и не вернулся. Гемма вызвал меня, он был прав. Потому что я потом рассчитал просто так, чтобы убить время. Какова была вероятность, что я найду Ардера с помощью радара? Я уже не помню точно, но это было приблизительно что-то вроде 1 к 1 000 000 000. Надеюсь, он сделал то же, что и Арния Нисон. А что сделал Арния Нисон? Потерял фокусировку пучка. Начала падать тяга. Он еще мог продержаться на орбите, ну, скажем, сутки, но в конце концов свалился бы на Артур. Поэтому он предпочел сразу войти в протуберанец. Сгорел почти на моих глазах. Сколько всего было там пилотов, кроме вас? На Прометее 5. А сколько вернулось? Олаф Стаава. И я. Я знаю, о чем вы думаете, доктор. Что это героизм. Я тоже так когда-то думал. Когда читал книги о таких людях. Это неправда, доктор, вы слышите? Это неправда. Если бы я мог, я бросил бы этого Ардера сразу. И вернулся. Но я не мог. Он тоже не смог. Никто не смог бы. Гемма тоже. А почему вы так на этом настаиваете? Да потому что есть разница между героизмом и необходимостью. Доктор, человек — это крохотная капелька. Чтобы понять это, нужно побывать там. Какая-нибудь расфокусировка тяги, размагничивание полей начинается, вибрация, мгновенно свертывается кровь. Достаточно ничтожной дряни, какого-нибудь переговорного проводничка в аппаратуре связи, и готово. Если бы в этих условиях еще люди подводили, экспедиции были бы просто самоубийствами. Доктор, неужели сейчас не летают? Как это могло случиться? А вы бы полетели? Нет. Почему? Я скажу вам. Никто из нас не полетел бы. Никто, если бы знал, как там будет. Этого никто не знает. Никто, кроме тех, кто там не побывал. Доктор, мы были горсточкой испуганных, впавших в отчаяние животных. Это хоть не вяжется с тем, что вы говорите? Не вяжется. Вот так было. Когда я кружил вокруг этого солнца и ждал Ардера, я выдумывал для себя разных людей. Я разговаривал с ними, говорил за них и за себя. В конце концов поверил, что они со мной. Каждый спасался, как умел. Я вот тут сижу с вами, нанял себе виллу, купил старый автомобиль, собираюсь учиться, читать, плавать. Но все, что было, оно во мне, доктор. Оно во мне, это тишина, это пространство. И то, как Вентури звал на помощь, а я вместо того, чтобы спасать его, дал полный назад. Почему?
я вел Прометей. У Вентури забрахлил реактор, он мог разнести нас всех. Может, и сумел бы его вытянуть, но я не имел права рисковать. Тогда с Ардером было наоборот. Я хотел его спасать, доктор. Но Гемма меня вызвал, потому что боялся, что мы погибнем оба. Брэк, скажите, что вы ждали от нас, от Земли? Понятия не имею. Я никогда об этом не думал. Мы говорили об этом. Но, как говорят о загробной жизни, как о рай, но представить себе. Представить себе не мог никто. Довольно, доктор. Не хочу больше об этом говорить. Я хотел вас спросить, что такое это? Петризация. А что вы о ней знаете? Ничего. Ну или почти ничего. Трудно поверить, но кажется, вы научились с помощью прививок воздействовать на наследственную плазму, чтобы исключить всякую агрессивность. Ну, примерно так. Представление, так сказать, среднего человека именно так. А я? Закон делает для вас исключение. Потому что ветризация взрослых небезопасна для здоровья, вернее, даже опасна. И, кроме того, вы прошли, считается, проверку моральных качеств. И еще, вас мало. Еще одно, доктор. Вы говорили о женщине. Зачем вы мне это говорили? Зачем я говорил? Каких близких может иметь человек? Родителей, детей, друзей, женщин. Родителей, детей у вас нет. Друзей тоже. Почему? Но я не имею в виду ваших товарищей, хотя не знаю, согласитесь ли вы с ними быть вместе, вспоминая. О, небо. Ну, вот за что, с какой стати? Вы знаете две эпохи. В одной прошла ваша молодость, а другую вы постигаете сейчас. Ваш опыт несравним с опытом любого вашего сверстника. Значит, он не может быть вам равноправным партнером. Но не со стариками же вам жить. Остаются женщины. Скорее, одна женщина. Насчет одной сейчас трудно. В каком смысле? Мы живем в эпоху благосостояния. В переводе на язык эротических проблем это означает беспощадно. Ни любовь, ни женщину сейчас нельзя приобрести за деньги. Материальные факторы исчезли. И это вы называете беспощадностью, доктор? Да. Раньше женщину привлекал успех. Мужчина импонировал ей своим заработком, положением в обществе, профессиональным мастерством. Теперь все это в равноправном обществе не существует. Вот если бы вы были реалистом... Я реалист. Теперь это слово имеет другое значение. Так называется актер, который выступает в реал. Вы никогда не были в реал? Нет. Вот посмотрите парочку мелодрам, и вы поймете, в чем заключаются нынешние критерии выбора. Самое важное – это молодость. Поэтому все так и борются за это. Морщины. Преждевременная седина вызывает почти такое же чувство, как раньше проказ. Но почему? Вам трудно это понять. Вы все еще не даете себе отчета, как много факторов, которые раньше играли большую роль, теперь исчезли. Возьмите, например, риск. Его не существует теперь в проекте. Мужчина не может увлечь женщину бравадой, рискованными поступками. А ведь вся литература, искусство, вся культура,
натура черпала вечно из этого источника любовь перед лицом смерти. Орфей спускался в царство мертвых за Эвридик. Тело убил из-за любви. Трагедия Ромео и Джульетта. А теперь нет трагедии, нет даже шансов на их существование. Мы уничтожили ад страстей. Но, как ни странно, вместе с ним исчез и рай. Теперь все тепленькое. Тепленькое? Да. Знаете, что делают даже несчастные влюбленные? Ничего, ведут себя совершенно разумно. Никаких вспышек, никакого соперничества. Вы что, хотите сказать, что все это исчезло? Да. Это именно так. И вы должны принять брак. Как воздух. Как воду. Восстановите первоначальный цвет волос. Мои слова звучат банально, я понимаю, но мне стыдно вам давать такие советы. Скажите, как я выгляжу на улице, в глазах прохожих? Вы иной. Брак. Всем для двойного ускорения. Конечно, все мускулы увеличились. Вы несколько великоваты. Вы сейчас выглядите как человек необычайно высокий и отвратительно одетый. А вы ведь знаете судьбу тех, кто слишком удивляется. Знаю. Я благодарен вам. Послушайте, Брэк, будьте осторожны. В чем? Остерегайтесь себя и других. Прогресс никогда не дается даром. Мы избавились от тысяч и тысяч конфликтов и неприятностей, но за это пришлось заплатить. Общество стало мягче. А вы, ну как бы это вам сказать, вы слишком жестоки. Что вы хотите сказать? Ну, ваш рост. Мускулы — это все исчезнувшие пропорции. Это какая-то Илиада. Понимаю. Знаете, я встретил ночью тигра. Почему он на меня не напал? Ну, метризация. У нас же нет хищников. Ну и что же вы сделали? Я почесал его под подбородком. А насчет Илиады вы преувеличиваете. Сколько я вам должен? Перестаньте. Если когда-нибудь вам вдруг захочется... Благодарю вас. Только не откладывайте слишком. Действительно дико. Зарос. И посидел порядочно. И здесь, конечно, робот. Подстричь. Волосы покрасить? Нет. Апрекс? Что это? Против морщин. Хорошо. Могу испугать кого угодно. Выгляжу как ярмарочный силач. Точно счастливчик. Пройди осколок на 3 сантиметра левее,
он раздробил бы мне позвоночник. Скотина. Хорошо бы принять ванну настоящую, без этих озоновых вихрей. Ничего, на вилле будет бассейн. Что угодно. Все равно, обычный обед. Вы Брэк, не так ли? Да. У вас гость в вашем номере. Гость? Если это Наис, то... Я из Адапта. Я разговаривала сегодня с вами. Ах, это были вы. Что им опять от меня надо? Откуда она знает, что Вилла в клавистре? Как вы себя чувствуете? Великолепно. Я был сегодня у врача, он меня осмотрел. Все в порядке. Я снял Виллу, собираюсь немного почитать. Очень разумно. С этой точки зрения клавистра великолепное место. Там тишина, горы, спокойствие, воздух. А я принесла вам... Это от нас. Последняя наша новинка. Когда вы ложитесь спать, вы включаете аппарат и буквально за несколько ночей, без всяких усилий, узнаете массу полезных вещей. Ах, вот как. Замечательно. Вы психолог. Да, вы угадали. Ну, я слушаю. Вы на меня не обидитесь? С чего мне на вас обижаться? Видите ли, дело в том, что вы одеваетесь несколько странно. Знаю, но мне нравятся эти брюки. Дело не в брюках. Ваш свитер. Свитер? Мне его сегодня сделали. Это же, по-моему, последний крик вашей моды. Да-да. Но вы его напрасно так надули. Вы позволите? Прошу вас. Что там у вас? Ничего, кроме меня самого. Извините. Чепуха. Простите, я... Чепуха. И давно вы работаете в Адапте? 2 года. И первый пациент. Вы позволите вас спросить? Конечно. Как это делается, что на каждом горизонте города видно небо? Это очень просто. Телевидение, так это раньше называлось. На потолках расположены экраны. Они передают вид того, что над землей. Небо, облака, тучи. Ну, погодите, ведь эти горизонты не так уж высоки, а там стоят даже 40-этажные дома. Это иллюзия. Только часть домов настоящие, остальное тоже продолжается на экранах. Понятно? Понятно как, но непонятно зачем. Для того, чтобы ни на одном этаже жители не чувствовали себя обделенными ни в чем. Остроумно. И вот еще что. Я собираюсь отправиться за книгами. Посоветуйте мне что-нибудь из вашей области. Вы что же, собираетесь заняться психологией? Нет, но я хочу знать, что вы сделали за это время. Ну, я посоветовала вам Мейсона. Что это такое? Школьный учебник. Знаете, я предпочел бы нечто более серьезное. Справочники, монографии лучше получать из первых рук. Боюсь, что это было бы несколько сложно. А вдруг нет? В чем состоит сложность? Видите ли, за последнее время психология несколько математизировалась. Я тоже. По крайней мере, до того места, когда оставил вас 100 лет назад. Но вы же не математик? По специальности нет. Но на Прометею у меня было очень много свободного времени. Математика. Откуда? Дикарь. Неандерталец. Ненавижу их. Ненавижу. Обманули. Отправили меня сами, не зная, что творят. Рассчитывая, что я не вернусь, как Вентури, Ардер, Томас. Но я вернулся, чтобы они меня боялись. Вернулся, чтобы быть угрызением совести, которому
и кто не рад. Я не нужен. Если б я мог плакать. Артур умел. Он говорил, что не нужно стыдиться слез. Артур, как мы верили им, все время чувствовали за собой землю, верящую в нас, живую. Никто не говорил об этом. Зачем? Разве говорят о том, что очевидно?